Глаза? Ага. Все туда где? Красота. Тут такая красивая облупленная штукатурка. А вот я вижу глаза. Очень красиво. Они сами тут. Тут это так красиво, что... Прикольно. Уши. Здорово. А, это интересно. Если бы они еще светились, значит... подсвечивали отлупившуюся штукатурку. Ну что? Видишь, остались какие-то старые чертежи. Тут что-то... Самое сложное, тут этот большой шкаф теперь делать. Все, кишка размечена. А здесь будет шкаф с ним, с... Как творческий процесс внутри заброшенного здания? Какие ощущения? Огромное пространство, до конца дней тут можно остаться, даже не дать снести, но все равно пол. Останется еще масса. Да, все ее не используешь. Да. Надо людей привозить сюда. Да, знаешь, да. Прям. Тучи мыши. Да. Красота. И высокие потолки. Вот мы, люди странные, находим красоту, да? В обветшалых, заброшенных помещениях. Но это правда очень красиво, эта история. Но это может не так. Но вот это очень красиво.